наша прогулка по вечернему Риму продолжается. С площади Навона мы свернули на одну из узеньких улочек. И здесь, заметьте, народу нисколько не меньше. С наступлением темноты Рим не утихает, он продолжает жить. Кто-то гуляет, кто-то уже ужинает. Одним словом, вечер в самом разгаре. Свернув с центральных улиц и больших площадей, вы явно почувствуете недостаток света. В это время суток, со своим спокойным и душевным освещением, без ярких и мерцающих огней, как в других городах, Рим смотрится более скромно. Этот город привлекает туристов не огнями, а своей вековой историей. Рим всегда был таким. Такое освещение помогает переместиться во времени. Вот я, например, когда гуляю по вечернему Риму, частенько ловлю себя на мысли, что я нахожусь не в 21 веке, а в 16, максимум 18. Тут же промелькивают сюжеты из фильмов и цитаты из прочитанных книг. Вообще, ребята, хочется посоветовать тем, кто едет в Рим в первый раз, почитать литературу об этом удивительном городе. И тогда вы сможете его понять и полюбить. В этот город нельзя приезжать неподготовленным или просто для галочки, ведь у каждого дома, который вы проходите, есть своя история. Скоро закончится лето, и совсем скоро я начну делиться с вами видео, в которых расскажу об улочках и районах Рима. Должно получиться интересно. В ночное время неповторимое великолепие приобретает замок Святого Ангела, а с моста Святого Ангела вид на Ватикан и купол собора Святого Петра. Посмотрите, вон там вдалеке подсвечен. К сожалению, в видео трудно передать всю красоту ночного города, но думаю, что стоит продолжать снимать видео с вечерних прогулок. А вы как думаете, ребята? Как вам такой формат? Не слишком темновато? Вы только посмотрите, как красиво отражаются фонари в Тибре. В парке Адриана, за замком Святого Ангела, летом работают торговые лавки. Желающие могут купить сувениры. А сейчас мы подошли к улице Примирения. Это одна из важных улиц Рима. Эта улица соединяет собор Святого Петра и замок Святого Ангела. Построена она была в 1936 году, когда Муссолини разрушал и перестраивал Рим. Мы так долго гуляли, что даже проголодались. Решили по пути домой заехать на Трастевере в одну из любимых нами пиццерий. И вам советую. Правда, здесь всегда очередь, и столики очень близко стоят друг к другу. Но мне все равно здесь нравится. Вкусно!
Я заказала пиццу с помидорами, моцареллой и рукколой. Кому интересно, цена этой пиццы 6 евро. Но такая вкусная, хрустящая, настоящая итальянская пицца. Ребята, ну а если вы не хотите стоять в очереди в пиццерию или в ресторан, можно купить вкусную пиццу в магазине. Вам отрежут, сколько вы скажете. И к тому же можете попробовать разные вкусы. Кто из вас бывал в районе Трастевере? Думаю, даже в темноте несложно узнать места, в которых я снимаю. Уверена, что многие из вас хотели бы хоть раз пообедать или поужинать в нетуристических местах, где обычно кушают только итальянцы. Вот одно из этих мест. Пиццерия Стравинский. Да-да, она была названа в честь русского композитора Игоря Федоровича Стравинский. Эта пиццерия, конечно, далековато от туристического центра Рима, но все равно я вам ее рекомендую. Здесь готовят просто замечательные овощи во фритюре и пиццу. А это меню. Можете посмотреть цены на пиццу. А вот та самая вкуснятина, ради которой стоит сюда приехать. В самом дальнем кулечке цукини во фритюре. Потом идет лучок во фритюре, а это перец, специальный сорт, который готовят только во фритюре. А это наша большая семья. Конечно, не все здесь, но за таким большим столом мы собираемся часто. Ну вот и все на сегодня. На этом я буду прощаться с вами. До новых видео, друзья!